Встреча старшеклассников с офицерами – одно из мероприятий, проходящих в рамках учебно-полевых сборов. Цель сборов – подготовка юношей к службе в вооруженных силах России, закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, приобретение практических навыков, необходимых для быстрой адаптации при поступлении на военную службу. Сотрудники полиции познакомили ребят с современными видами оружия, продемонстрировали образцы табельного, автоматического и специального вооружения, а также показали свою экипировку и технику. Полицейские рассказали о своих трудовых буднях, подчеркнули, что, выходя на службу, каждый из них готов ко всему. И день за днем личным примером показывает, каким должен быть настоящий защитник Отечества.